Какой саб-мод? Давай сабы в чате. В смысле, я с тобой буду сам. общаться? Ну, вот и второй. Омск. Омск. Опа. Нет, это не я нажал. Блять, почему я это сделал? Я не знаю, я просто автоматом решил это сделать. Это полицейский с Рублевки. Давай, это будет... Полицейский с Рублевки. Четко. Я не знаю, просто автоматом что-то префом нажал. Я только один сериал с ним знал. А, господи. Голодные игры? Там 10 частей. В смысле? Это разве первая часть вообще? Вроде нет. По-моему, тоже нет. Это... Черный лебедь. Да. В смысле, это не он. Там Мила Кунис была, я видел. Какая Мила Кунис, блядь. Ну, так... Опа. Сейчас у тебя Мила Кунис будет. А, там вообще девчонка понял. За рулем. Я так и не уверен, ты первый или второй, по-моему, дневной дозор. Че тут? Вы посмотрите, а? Пробей слот еще один этому челу. Дневной дозор? Да, конечно. Дневной дозор, верно. Я бы тебе подсказал. Ну, заходи. За полицейского. Я не выбираю пока. Бля, не скачать, надо сейчас скачаю. Ладно, я выбираю. Выбирай. Это социальная сеть. Ваня, плохо слышно ли, мне кажется? Да, да. Чего, блядь? Через жопу. Ты из бочки будто нет. Это, знаете, что? Ну, я только актера слева знаю. Книга Илая. Угу. Ебать, изи. А я сейчас же не смотрел. Да хуй знает, я тебе прибавил потом. Да. Понял, что... Тоже из жопы? Знакомая. Нормально, нормально. Хорошо. Это Томми Ли Джонс. Спасибо за инфу. Чего, кто-то все занят люди в черном и как бы... Это Луперс или как там? Старикам с места. Луперс, Криперс. Петля времени. Побег. Чушек. Да. Он по кругу, что ли, пошел опять все одно и то же выкладывать? Сериал? Нет, ты гнойный. Закон... На послушный гражданин. Послушный гражданин. Нет. Каменных городов, а что-то... Каменные джунгли. Законы каменных джунглей. Стыдно такое смотреть. Так я не смотрел название. Не знаю, что такое не знать. Ну, это... Декстер? Не. О, Сфут! Да. Я по актрисе подумал, что это CSI, что-то такое. Я тоже потом подумал, что это... О, собака. Ты зашел собаку-то? А, нет, это... Это собака? Ниндзя, это ты? Это ниндзя, да. Но они фоткают. Кости. Я думаю, новичку стоит отдать. Я тоже так думаю. Одобряю. Одобряю. Одобряю за сотку, как бы, Игорь, если что, готов спрятать. Какой Игорь? Да тут какой нечего ниндзя? Будет. Это нормально. А, понял. Нажмите стрелочку. Ты закрыл экран? Да-да-да. Я нажму стрелочку. Срывает листья с деревьев, лужи плывут от реальные лайка. Пацаны. Пацаны смотрят вдали. Тогда здесь смотри-то. Но трамвай не едет пока. А то, что сверху-сверху напишут. Ёбаный в рот. Я так жалко, что нас ребята не увидели, но это было идеально. Хорошо, что не увидели. Реальных пацанов бани. Я не могу нажать. Последние 4 ну, темы. Ну выбери что-нибудь. Выбери Омск за него. Ближний. Да он не может уже. Омск. Ты чё, обозрался, что ли, мудак, блядь? Не-не-не, никакого. Я тебе покушать принёс. Сука, блядь, ты блядь. Хуй хорошо, что запекли. Ты чё, мудак же совсем, блядь? Какой что стример? Ты? Я покушать тебе, блядь. Тут стримера, это да. Же, это же не стример, а фильм. Нет, да не стример. Нет, это не зелёный слоник и дядюшка Ау. Well. А, ну а какой нафиг? Причем стример? Зеленый слоник — это стример. Типа Green Elephant. А-а-а. Чё, блядь. Да-да, ниндзя. Конечно. 4 темы. Я не могу выбрать. Да последние 4 темы. Моя любимая. Я ебу собак, всегда готов. Я ебу собак, ебанько. В смысле, актера, понятно. Он не знал актера. Конечно. Конечно. Все видосы с ним видел. Нет. Мэдисон и криминальное чтиво. Ебать.
Нет, говорит. Я забыл, что то в одном, я просто видел фильм, нажал. Может, это San Andreas и тачки? Я не понял, как это надо понять, но... А это... Я понял. Тачки и Майнкрафт. Так, понятнее стало сразу же. Wake the fuck up, samurai. Сапорусский. We have a city to burn. Телепередача такая. А что за передача то? Ну и сэндвич. А, ну... Уральские пельмени и киберпанк, дед. Какой? 2077. Уральский киберпанк? Уральский киберпанк, да. Сияние, гад водолокас. Водолокас. Птички. Возвращение короля. Властелин колец. Птицу назвать, yeah, наверное. Да, птицу назвать. Ну там орлы как бы были. Там. Назовите фильм PCG. Hi there. Стюарт Литл. Стюарт Литл? Ну дальше. Возвращение на родину. Часть? Три. Третья, короче, это часть. Пусть будет. Я не помню, как они называются. Их всего две. Ну, значит, вторая. Мне кажется, если он спросил часть, то это первая определенно. Да нет, это вторая. Да нет. Я помню, что это последняя часть, а сколько их было? Это... Вторая часть. Не сомневался. Чего? Понятно. Он не знал, чего это. Конечно, он просто знал вторую часть. Стингер, как его там? Чё, никто не смотрел, что ли? Довольно простое название, судя по... Ворон. Отлично. По-английски просто Ворон. Это... Я первое слово не помню. Или просто он называется. Пингвины мистера Поппера? Мистер Поппер веселее. Доме чисто, да раз быстрее. Hit the bricks, ugly. Oh, that's cute. What, you train the bird to insult your customers? No, I can tell you're ugly all by myself. Даже интересно. Игра престолов. Счастливы вместе. Я это даже уже где-то видел, по-моему. Да, это было. В каком-то паке, очевидно. В каком-то паке, да. Галочка должна стоять там, блин, нагружать? Да. Хуя не вижу. Дальнобойщики. Какая галочка? Загружать, да, должна быть. У него три полоски, приложение, загружение. Три полоски. Ресурсов. Сделал? Да. Проверяй. Нихуя не вижу. Не родись красивый, что ли? Хергарю. А, господи, детство. А почему он себя клифом считает? Ну ладно. Ранетки. Такое ощущение, что я смотрел все это. Рыва-рыва юби де айронд. Наша Раша? Да. Блять, я нихуя не понимаю вообще. Просто мало аниме смотришь, Игорь. Полиция. Что-то знакомое. А, ну это, по-моему, глухарь. Тогда вряд ли знакомые. В смысле, знакомые, конечно. Warcraft. Я насчет глухаря смотрел все сезоны. Чем закончилось? Хуёво закончился. Там Карпов перебашил людей и попал в психушку. Так, Но фильм Лара Крофт, Том Брайдер. Но, как бы, чем она занималась? Расхитительница гробниц. Да. Но это первый же фильм.
«Принц Персии». «Пески времени». Да. По-моему, это самое. Silent Hill кто-то высрет? Я очень хочу высрать. Так можно. Ну не, она что, не была вроде в наручниках? Да, была. Конечно, была. Ладно. А я говорил. Ты говорил, держите все. Это у Меринга надо забрать Assassin's Creed. Кредоубийца вообще-то. Кредоубийца, ладно. На русском. Там Дисней его переснимать собирается. Вообще шок. Держи, охуеть. Там Ваня хочет поиграть. 100 очков. Название интересное было. Не, ну раз просят, то пусть поиграет. Так это я... Это, блядь... Я знаю. О, это ж та корова из службы занятости. Извините, закрыто. Сучья. Мне кажется, надо было закрыть стрим, потому что осуждаю нашивки на их плечах. Ага, понял, осуждаю. Бля, пойду, короче, сразу вот-то всякие удалю. Да, удали, пожалуйста, Игорь, на всякий случай. Это фильм про Гитлера. В современности. Заранее. Водик мы потрём. Да, да. На название скажешь? Нет. Нормальный пак для стримеров, да? Мог бы тоже предупредить, потому что... Ну, вообще, да, мог бы предупредить, согласен. Тут босс-качалки уже хуёво звучит. Ну, нашивка на руке как бы. Так, давайте без последней темы. Так, в смысле, это гача. Какая песня? Это Linkin Park. Да, я вспомнил. Кончай его. Ну, умоляю. Не знаю, Кравлинг какой-нибудь. In the End. Это Breaking the Habit? Нет. А, From the Inside. А Breaking the Habit, это о чём поёт? Почему не нажал? Рок-н-ролл... Queen. Да, ну Rock'n'Roll Queen, это эти, Subway Spawn. Yellow Submarine. Yellow Submarine, всё верно. А песня какая? Ну я подожду, пока он споёт, пожалуй. Awake and Alive. Понял. Кватос. Скелет. Погулять. Ну, леприконцы. Синей рекой. Хали-гали, да. О, трупит. Нас с тобой. Без подсказок вообще ничего не может. Половина только отвечает. Иду навстречу цветным витринам. Мимо пролетают дорогие. Бля. А как его звали? Бутусов, помню. Как его звали? И Питер. А, город, так он назывался, по-моему, просто. Просто город, так. Танцы минус. Город, сказка, город мечта. Попадающий. Это Street Ace Grace? World School Code? Да. Чё? Это про Moscow 5. Moscow 5. Ну, в смысле? Эминем. В смысле? А трек? Lose yourself. Lose yourself, ну. Тогда Стэн Ли, lose yourself. Оксимирон, там где нас нет. О, отсюда тоже. Город под подошвой. Ух, 2.50 на 50 проебал. Ладно, сейчас выиграю. Нужно отдать. Нам за 200, ну вот держи. Кому отдал? Ну ты отдал тому, кто, блядь, ответит. Ну... Чего? Это криминал. Я не шарю. Ты пчела, я пчела, чё, блядь? Я не слышал за то, что вы смеялись. Он сказал, а я спиздил мед. Да его не надо знать. Ты все не знает, тут кончаю. Я пчела, ты пчела, пчела, вот это же. Ну или наоборот. Песня. Че, я знаю медуза в матранке, я хуй. Кобри пчеловод. Кто это? Блять. Black and Yellow. Это Виз Калифа. Это Snoop Dogg, Виз Калифа, Black and Yellow. Да.
Там еще, наверное, третий. Ну, там их миллион. Да, весь все правильно. Блэк Кроссоу. Нет, этот. Да засчитывай. Yellow Claw, по-моему, еще. Тут один исполнитель, и это не Скрудер. Я бы за Виз Халифу засчитывал. Виз Халифу, я бы за Виз Халифу засчитывал. Ну, так он его сказал. Ну, я сказал, не все, не... Ладно, все. Нет, там прям хороший набор. Что знакомое. Да. Блядь. А, все, понял. Это Хамелеонер. Он называется? Райдин Дёти, что-то такое. Райдин Дёти. Просто Райдин, по-моему. Дёти. Просто Райдин, да. I'm playing in your squad. Дёти. Дёти. На гитаре перестань, если кипиш реально начнётся, что будет, представь, если тут миниметр, как пилот. Я видел, кто-то нашим мал. Да пас. Дерьмо на вентиляторе дышать не легче, лежаку на респираторе прижать покрепче, без тебя хватает смрада. Это Нойз? Ой, в смысле, как? У каждой фамида монады, ума палата, и на все свои взгляды, а ты что-то пиздишь, многовато нам. Не, давай пул, ты, конечно, вообще взял пас на жил. Ты... Нельзя. Такой. Как говорят? Понимаю. Рекас, я never gonna give you up. Это крошка-морошка, кстати. Зови зануда. Я хотел сказать, это зануда и... Твин Пикс написано же. Легион. Ни разу реклама. Интерстеллар. Это же не песня. Там написано было. Да, фильм назвать надо было. Да. Назвать исполнителя. Это... Это, ну, по-моему, Мистер Дудец. Ну, Мистер Дудец, но исполнители, да, оригинала. А, или мем. Мистер Дудец. Или мем, но Мистер Дудец, это верно. Я не увидел или мем. Ну, я увидел или, поэтому нажал. Диспозита. Понял. А... Игорь, что, еще не ответил? Ну, на Альянс на заре. А ты еще не ответил. Я же не музыкант. Я понял. Брейн Шторм Нома. Че? Ну, бля, стоп! О, Брейн Пауэр, Пауэр, да, бля. А, просто замели нам пела. О, да, и 500 очков вам задали, 400. Да, ебался, мой. Могу одну очку у него забрать. Всегда для тебя. Тихо. Это Ваня. Бля, что-то знакомое, пиздец. Это ты современно. Куплет. А, ладно. А, ладно. Не, ну вот. Сериал и игру. Счастливо. Отпустил мышку. А сериал какой? А игра какая? Когда соседа. Мы тоже кажется. Ты сейчас спойлеришь. А сериал вот. Че они там перчатся? Терны были. Ну, видимо, музыка похожа. А. Наложилась. Убрал руку. Хотя... Я с тобой. Тихо. Я английский не понимаю. Это, короче, Пугачёва и PMP. Чего, блядь? 50 Cent PMP и Пугачёва позови меня с собой. Я просто слышал это. Я слышал это мэшап, так что тут без обид. Давай. Я с тобой. Качай его. Nothing personal, kid. А, ну так это тату. И почему я показал, что это Дональд Трамп был? Сработал. Ваш ответ. Что-то я затупил. Дональд Трамп. Я затупил. А я не понял, просто кого надо ответить. Дональд Трамп. Понимаю.
Ай, бля! А почему так просто? Ну да. Чё, ну да? Это... Он не знает. Песня. Как его зовут? Песня тату. PewDiePie. Песня тату. Я сошёл с ума. А второй кто? Кто второй? PewDiePie. Изи. Бризи. Секрет. Жожа и Жижа. Лучше Хайра. Игра престола в Crazy Frog. Исполняет то Crazy Frog. Песня. Алекс Ф. Аксель. Качай его нахуй. Так какой Алекс? Аксель, он справился. Ну что ты, шарик? Горло твое рвешь, как будто бы бутырка? Жулики попались. Это портал. Ты был щенком, я в дом тебя принес. Когда метель с морозом напрягались. Давай попробую. Ну давай это будет это. Портал и бутырка шарик. Ну давай. Реально портал? Ну я про портал не понял. Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс из малай. Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Ой, сори. А ну, малыш, давай. Опа. Синий трактор. А если правильно назвать? Папа-ва-ва-ля. Синий трактор, на у него. Назовите мультфильм. А? Назовите мультфильм. Что было в конце? Гачи. А, там же гачи, это оно жалость. Так назовите мультфильм тему. Ну, назовешь правильно. Так, в смысле, правильно, зачем гачи версия? Блин, мог бы и назвать. А тут без видосов вообще? А ты видос хотел? Ну, сейчас проверим, можешь пока закрыть, я нажму. Ну, жми. Да тут без видосов, я уверен. Точно? Скибиди, да, папа? Ну, скибиди. А, исполнитель. Самый умный, что ли? О, Little Big надо назвать, да? Да. Да. Ладно. Я думал, это слишком очевидно. Теплый. Можешь пойти пока клипы удалить. А, ну розовое вино, а кто пойдет, хуй знает. Да, уже это розовое вино, блядь. Ага. Какое розовое вино, нахуй? Не. А, моряк? Ну, хуй знает. Он пил розовое вино, повторял, я хуй знает. В этом не разбираюсь. А... Мальчик хочет Тамбов? Нет. В смысле, нет? Вроде, да? А. Нет, блядь, говорит. Бля, кто исполнял это? Никто. Я. Тарка, там, по-моему, какой-то нет. Автор такой. Или нет? Да, давай пиздану, что это Таркан и мальчик хочет Тамбов. Чего, блядь? Да, чел нет? Чисто на турецком хуярил про мальчика, который в Тамбов хочет. Бля, я помню... Бля, почему я хуйню какую-то не вспомнил? А. Ладно. Похуй. Это черные глаза? Черные глаза, да. Да я не помню. А, могу? Амидар могу? Айдамир. Черные глаза. Я что за я могу? Я могу. Давай песню послушать. Ну, короче, песня, по-моему, называется «Твоя малышка» и исполняет «Five Star Family». Или «Я буду». Я буду «Five Star Family». Ты, блядь, определись сначала, потом отвечай. Ну, вообще, тут два варианта, так что... Ну, что я мне в один не попал. Нет, там внизу было написано «Я буду» еще. Смотрите, год песни. Плюс минус два или только верно? Плюс минус два. Ведущим специалитой.
надо скорее ведущего. Это год это уже? Ну да. 96-й, да. Ты плюс-минус 2 засчитываешь, Шомск? Да, я же говорю, давай. А, я пику. Чё, туда же хотите закинуть? До 1000. Не бать, в помойку улетел. 2001, потому что. Жестко. Бля. Это TS3, да? 4. Ну пусть будет 2004, да. Ебать. Я предлагаю тебе очки пополам поделить. Привет, тебе отъебаться. Ты чё, хуел? 2007, Казантип. 2008. Помойка. Вообще, я сказал бы 2012, на самом деле. Хотя это 2... Был бы тогда в этот, попадал 17. Бы. 17. Так я же сказал, 2008 подходило. 17. Да. Может, отвечать 2017, это будет 2017. Так, плюс-минус 2. Ну. Отвечайте 2017. Нет, 2010. Задаться раньше. 10. 2014, не знаю. Игорь, отвечай 10. Нет, доверие. Не хочу. Ну, на доверие. На доверие. Нет доверия. До 9 это. Никогда не вернется. Не зря нету. Это Daft Punk? Я был близок. Ну, все равно не точно. Что это, блядь? Игорь, там твой день. Что это какой-нибудь 95-й. Возможно, и нет, по-моему, в то время так не пошло. Понятненько. А, Cancel Hardcore. Ну все, можно в ФК выходить. Я что-то про водку услышал. Выпил водку? Береги пилотку. Я что-то говорю, водка. Сентябрь 2019. Это какие, блядь, игры? Кирка. Нет. Nintendo. А чё надо? Разработчик, издателя. Как его зовут? Хиджао Кодзима. Так, стоп. Это издание Nintendo. Какой Nintendo? Тут не платформа, а разработчика. Ну, могу Nintendo ебануть. Вообще NES. О, хорошо. Супер легко. Я не знаю, почему я опять ебанул эту хуйню. О, я олд. Макс. О. Макс Пейн. Да-да. Второй. О, второй Fallout. МК3. Mortal Kombat 3. Охуительно. Devil May Cry. Ну охуительно. Честь. Какая там последняя была, пятая? Просто ничего не думал. Ведьмак. Witcher 3. The Witcher 3. The Witcher? Вот трактор. Какой это фарминг-симулятор, ребят? Давайте по текстуркам угадаем. Вам тоже кажется, 17. Что трактор смеется слева, вот у него рот, два глаза? Ну типа с одним зубом таким. Какой же ты трактор? И он идет с тобой. Опа. Форест? Форест. The Forest. The Forest. 2017. Да ну. Пиздец, похоже. Тот ласт. А, ну может еще это последняя часть метро.
кстати. А, Outlast? Или последняя часть Outlast? Возможно, это Silent Hill, ребят? Union. Alan Wake. Дорога. Дорога в облака. Evil Within. Тоже из той тематики. Soul Calibur. Такое мы не знаем. Лес рук. А-а-а. Знаю одного, вот кто знает. Игра 2000 стоит, и как бы меня байтили. Но... Это... Серьезный Сэм. Отчасти. Какой? Второй. Second Encounter. Это First Encounter. Сука. First Encounter. Да, это первое пришествие. Так а что ты не спросил часть? Так это все часть. Я он замолчал так, как будто хочет часть спросить. Я подумал, значит, это не первое. Блять. Чё так он, наверное, бывает. Думал, что это не первое. У него ответ есть. Ну, там же написано первое. А. Значит, он написано первое. Sims. Sims 3. Разработчики или издатели? Разработчики. Или, конечно. Electronic Arts. Да там двое разработчиков. Кончаю. Второго в жопу ебали. Ну, за такое можно и засчитать, как бы, считаю. Вообще, это вторая часть Mac & Magic называется. Там два надо разрубить. Так он ни в одного не попал. Сори. Кончаю. Ой, у меня даже была на компе такая часть. Мне кажется, там нужно либо разработчик, либо издателю. Ну да, первый это разработчик, второй это издатель. Да. Так. Так что ведущий задушил просто так. Пернячки. Пёс. О, Игорь. Отвечай. Я не буду чё-то. В смысле, Blizzard, Diablo 7. Какая Diablo, блядь? А, Diablo 3? Я его не помню, я в него давно супер играл. Опа, Call of Duty. Call of Duty. Не, а Activision. А, тут просто издатель. Это Modern Warfare 3? Ну тут либо того, либо того. Да, понимаю. Вот Террария. Террария, да, кто разработчик. Чилики создали. Кто-то Entertainment. Я случайно не тот Гаррис Мод или это что другое? Гаррис, ты нафиг бы ответил. Эрилогик. Тут у нас Тетрис. Тетрис, кстати, русские сделали. СССР, точнее, даже. Студия советских игр. Ну, почти. Бля, у кого такие криповые голоса на заднем фоне? У Вани? У Вани. Он же в Европе. Мир. Там все крипы. Опа. Это хуйня. МС слева, представься. Ладно, МС получаешь ты. В смысле, блядь? МС, вы чё, ебал? Биби-такси. Саниночка, блядь, богиня, сука, ебланище, влагалище, пердун, дрочила. Пизда, тут малафья. Блядь, ну, Оксимирон, блядь. И Майнкрафт. Хуила, мошонка, елда. А это тот видос, когда админ школьника заставил это читать, чтобы дом вернуть? Надо назвать игру и кто использует. Майнкрафт Оксимирон, я же сказал. Ты что бы сказал? Какой нахуй Оксимирон? Причем, блядь, тут Оксимирон вообще, объясните. Автора текста надо назвать. Это его раунд из какого-то... Его великий, из книги его. Это Оксимирон, Майнкрафт просто играл. Строился. Это ВП Роджер. ВП. ВП? Да, а то он остается. Well played. Как ты еще там умел, да? Секрет. Ты, блядь, не знаешь. Снейк. Я знаю. Имя, фамилия. Я, блядь, помню. Варбатайф. С бенками. Какую хуйню? Фейт сидит. По-моему, ты на Баланаре был? Скрин. Да, я... Нет, он был на Баланаре, а я был на Пугне. Джихостер. Что ты ржешь? Я просто помню, чем ты в личку мне, по-моему, писал сразу после игры. Так, я понял, в чем дело. А, мир в грязно пошел, пошел кидаться. Да на все равно они по 300. Ха-ха. Ууу, это грязно было. Ага, это, по-моему, легко. Девочки, вы упали. Это Overwatch. В смысле, и что это за персонаж-то? Black Widow. Я играл, там нет такого персонажа.
это Splinter Cell. Пусть будет. Не, это тоже Splinter Cell. Конвикт. Осуждаю. Да, короче, просто... Нет, да, нет, да. Нет, чё с Терри? Чё, ты хочешь сказать, это просто Splinter Cell, ты меня троллишь, сидишь? Да, честь. Пандора Тумору. Первое, говори. Пиздец, я все три части назвал, и ты меня ни за одну не зачитал. Да, бля, я... Ебал рот сидущий. Сейчас реально оказывается конвикт. Это первое, что сказал вообще. Не было так. Это не Conviction, вы видели, блядь, как Conviction вы... Conviction, Double Legend, Blacklist, они все поновее. О. Ты просто давно в них. Это... То есть по музычке туда придешь. А я не знаю. Ну, короче, это вряд ли Террария, пусть будет Starbound какой-нибудь. Фортнайт, ребят. По-любому танец Фортнайта будет. В смысле, они конусы кидали. Так, кто еще не играл? Двое. А, я даже знаю, что там будет. Кто в КС? Ну ты КСер. Ну, что я знаю, сколько этого канала. По коврам всегда нужно идти на шифте, чтобы зазвать противников врасплох. Оп, понял. О, это КС-1-6, наверное. За неведомая хуйня торчит. Нужно кинуть гранату. Она еще и шевелится. Да там кто-то засел. Бойки отвертит. За что? Уха. Вот суки. Блин, а что он... Когда еще мумейкером занимался, он охуенно мувики делал. А сейчас сидит эта хуйня стрелять. Да, вот это охуенные мувики. Опа. Не, он именно мувики. Неожиданный кейсер за 100. Игорь всех кейсеров знает. Ну, только да. Ой, да, Зевса не узнать, конечно, было бы сложно. В смысле, сзади нужно назвать, кто за ним идет. Он не знает. Я же сказал. Книгу все прочитали? Книгу Зевс. Че, Игорь единственный кота не получил? Получил. Эти две? Не, в этой теме. Держи две. Это Карим. Твоя кружка сейчас проявляться от тепла будет? Нет, просто потому что дайте две. Да, гениально. Он не знает. Чё, блять, это за хуйня? Я говорю, он не знает, он даже по музыке не понимает. Hey you, your family, wake. Ну давай будет Skyrim. Это начало игры ещё. Да, Игорь, только вот Morrowind ты можешь себе отгадывать. Ебать, ты кто? Это G4. На буткемпе с ним бухал, ну, в смысле, тренировался. Маслину поймал. Кажется, да. Wake the fuck up, samurai. We have to see this war. Бля! Че? Я думаю, это Киберпанк. Или Пупка. Он не знает. Он не знает. Но игру назвать надо. Это Пупка и Киберпанк. Правильно. Значит, или. Согласен. Хочешь черепашки ниндзя? Блять. Battle Toads? Он не просто, как полное название. Вообще просто пиздец. Следующее Battle City будет, да? А, я понял. Два. Вторая Всё часть. Два. А чего? Last of Us. Ну, Last of Us. Понятно, подкручено. Да, он загуглил, я слышал Клаву. Да. Согласен. И ему еще помогают там в комнате что-то берлинцы эти. Я в подмышке сам сижу, оглянусь на всякий случай. В подмышке? Казаки? Самый теплый орган, который. Ты оглянулся и сказал казаки. Казаки, я вас. Опа, это... Дум? Кончаю. Какой? Честь. Какой это год был? Какой год был? Сентябрь 2019.
Просто кончено. Этерналс. Какой просто Этернал? Дум Этернал. For Honor. Так это... Неох? Секира, кстати, еще может быть. Нет. Это сентябрь 2019. Это давайте я помогу, это то, что не вышло еще. Так сентябрь почти закончился. Ну, Секира вышла раньше, я к этому. Hellblade 2. Стоп, а Doom Eternal вышел, вы хотите сказать? Нет. Я играл уже. Хотя не было на стриме. Концовку прошел? Плохую. Видосики. Мне кажется, кто-то будет рад видосикам, если особенно меня предлагать будет. О, аниме. О, уважаемый. Нет, вот это неуважаемая тема. Это... Как приручить дракона. Ты чё, конченый? Серьёзно? Да. Ну, погоди. Затем мы реинвестируем... Саус Парк. Дал бы досмотреть видос. Я его и так помню. Южный парк. Он не то сказал. Смешарики. Да, блин, даже интересно, чем продолжится. А вот такие игры вопрос. Короче, это три богатыря. Да, веселый только. Блять, как называется? Шамаханская царица. Хуяханская. Да мы шапы какие-то. Ой, я вчера смотрел. А это Мулан? Мунка? Да, да. Это Омега-мозг. Омега? Блядь, этот Мервин ебучий, который мультфильмы «От заката до рассвета» смотрит. Это старый мультик. Это, кстати, нормальный еще мультик был. Сейчас, блядь, отвечу. Нет, ты отвечешь. Вань. Иван. Че это, Рататуй? Бля, он даже видос не видел, походу. Да. Аниме, блядь, лучше. Да. Здравствуйте. А, ну... Ты шо же? Блин. Вовремя остановил, походу. Перенес вспышку на второй экран. О, чё это такое? Это облачно. Возможно, осадки. Две фрикадельки. Два. Это фрикадельки? Два. Ты знаешь, куда нажать? Нет. Да, я знаю. Не знаю. Нажимаю. Мама отрывалась, когда тебя носила. Family Guy. По-русски. Русский. Его, блядь. Ну, она на английском называется Family Guy. Скажи, пожалуйста, Гриффины, замолчи. Ну, Гриффины, что вам не нравится? Ну, она на английском? Ага, блядь, на французском. Просто... Бля, сейчас сложное аниме какое-то. Ладно. Марио. О, это Наруто. Это Наруто? Да. Я надеялся, что там будет Наруто задействован. Может, нет, то можно уходить из этой темы. Сразу, что Игорь не палится, пока в аниме. Да, всякий. Винкс. Игорь, без экрана это будет еще больше. Мне кажется, лучше в таких метах показывать, наоборот, игра. Да-да-да. Вот ты! Ты не псих! Ты страдаешь посттравматическим синдромом. Бля, как это называлось? Отёка мозга. Правда? Кобой Бибоп. Шрек. Выходи. Я понял, что
Отвечай. Ну это что-то походу про фрукты и овощи раз банан там был, правильно? Да, части не знаешь, понятно. Злый птиц. Он у нас называется Angry Birds. Изи птиц. По-русски Angry Birds. Это скрытненько. Сигнатура. Почему не рыбацип? Потому что это, блядь, рыбацип. За 300. О, аниме, Игорь. Проходь, братик. Раздевайся. Блять, это уже охуево начинается. Там, блядь, Рикардо еще придет, я уверен. Никто не пришел. Обошлось. Не, ну перевод звучал интересно. Да. Если показали бы дальше. Зарубежный какой-то. Ну нахуй! А где простое аниме? Игорь, тебе же предлагали вроде это посмотреть. У меня телефон звонит. Лягушка. Блядь, тебе звонит. Юбка! На мне форма! Так, Игорь, Игорь! Здорово, здорово! Это мультипликация. Нельзя! Миф. Да. Свежесть белья — заслуга моя. Цыпленок типа. Кстати, есть что? Кстати, да. Дай досмотреть. На закрысил, досмотреть не дал. Реально, все уже знали, что цыпленок типа. А знаете, что это? Аладдин. Это Колибри. Куска? Это... Так и называется он и так. Императора Куска или что-то? Кончай его нахуй. Да ты Куска. Похождение императора. Ага. Похоже было. Ага. Тоже похоже было. Ну, рисовка была очень... Ой, забыл. Бля, что-то знакомое. Малефисента, скриньте. Да. Кстати, возможно. Отвечай. Не хочу. Отвечай, Покахонтас. Не хочу. Ну, байзовое это оно есть, только... Ну, ее зовут. So what's your plan for getting... О, это прикольно, кстати. Там про путешествие во времени. Странно, что не было этого мультика про голубей, которые военные пути. Блин, как называется? Он там во времени путешествовал. Все как ты и сказал. И о чудо! Никаких пятен! Ну что, храмник про кипяченые вещи? Тает. Или кипячение. Тут зертон был интересный какой. 35 гигабайт, 500 мегабайт и пакет гигабайт. А еще? Сервисы и подписки, которые тебе не нужны. Но по факту, да, из этого всего тебе нужно 202 гигабайта. Вот твой тариф. Любой оператор? Это Мэл, кстати. Какой-нибудь Теле 2, блядь. МТС. Йота. Йота. Йоба. Наполняя силой бомжа, жду миллион... Ага, ну, Боржоми. Кончаю его Боржоми. Дополняя силы бомжа. Ты что, простудился? Температура? Голова, да, раскалывается. Да. Олдрекс? Да. Сука, блядь, а? Я не понял. Смысл, на что принимать-то? Я уже понадеялся. Походу, Колдрекс. Колдак. Колдак, но... Сложно.
так, блядь! Дирол какой-нибудь, Вик? Че за хуйня? Попросту какая жвачка. Ну, Игорь, опять вот удалять уже второй раз. Ну что это? Поле чудес. В смысле, что это? Поле чудес. Давай поженимся было. А, вот он. Давай поженимся. В смысле, давай. Промысли. Там интуиция была. Хорошо. Угадай мелодию. Да как очко ее. Вот это малышам уходит. Бля, дал бы досмотреть. Сбивай. Следствие вели с Леонидом Каневским. Слушай внимательно мою загадку. Угу. Он спустился к нам с высоты, он овечек там ебет, волосатый и с тротилом, интеллект как 100 дебилов, на словах он мать ебал, а на деле в рот он брал, при хуевом настроении он взрывается к пиздене, если нужен телефон, отсосет он за айфон. Кадыров, охуеть! Как ты отгадал? Я умный, хую, блядь. Игорь, осуждай быстрее. Я бы осудил на всякий случай. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Ты отвечаешь, Вань. Отвечаешь, Вань. Я отвечаю. Да. Я осуждаю, извиняйте. Меня. Это мое. Это Форт-Роярд. Ученые взяли двух одинаковых людей. Первый никогда в жизни не хрустел пальцами, а второй делал это постоянно. Результат ошеломляет! Галлео. Да-да. Все, конечно. Кто его знает? Ну что, у тебя проблемы? Мемы. Не-не-не, у меня проблем нет. А что тогда? И что тогда? Бонго Кадзе. Игорь, давай туда пойдем. Да, я бы. Как относитесь к литовскому дизайнеру? Артемий Лебедев. Какой Кончаева? Я со Сибибу. Тебя кончу. Че, какой я со Сибибу? Я на уме просто, как бы, да. Заклипал. Ваня. Артемий Лебедев. Сашенька, милый, ну прости меня. Я знаю, что ты Саша, страдаешь из-за меня. Потерпи, любовь моя. Я сделаю все, что ты захочешь. Блядь, ну его нахуй. На патент это кое-что. Гэн, ты что, к этому-то? Ты же слился с ним. Ты же уже ответил правильно, что ты ждешь. Ну, продолжение ждал. Я хочу пить. Укращение строптивого. Не дает опять посмотреть. Менту хотя бы. Что ты такое несешь? Давай. Блядь, нет! Зачем я нажал? В смысле? Там продолжение охуительное. Ну, кончай его и посмотрим. Кончи его, а потом вернешь, если он вернется. Да, ну давай обосык будет, но не будет что-то такое. Кончай. Давайте посмотрим продолжение, пожалуйста. Отличный вкус, не спорь. Прям как дерьмо. Нежное. Аппетитное. Дерьмецо. Гэн, так дела не делаются. Нет, если он угадал, то... Тут уже свояк пошел. Не рапоцыпает. Да понятное дело, я просто, блядь, видел в таком видос и что-то нашел. Кажется, там было слово, следующее слово, за которое пришлось тебе что-то дать. Расколбас. А я пеку. Бочка-бас. Игорь, это ты? Да. Ну,
Так. Это Ваня с твоего буткемпа, что ли, видос? Бля, это лучший диджей, ебан. Бля, я, кстати, надо это... Фишер Лузин. Загугли? Нет, сохранить. Сильверный. Полное имя. Да. Чего? Александр. Кукич. Владислав. Громяка. Вячеслав. Настя Деды. Почему за 600? Это что? Игорь. Пока нормально. А, Бонга, в КТ это нормально. Когда? Да. Ладно. Атака титанов. В смысле, назвать передачу «Атака титанов»? Чё? Зовите аниме. Ваня. Название и исполнитель. Вань. Чё? Ты чё, не знаешь? You're so precious when you smile. Базимина. Базилик? Да. Жижа твоя, что ли? А, блять, я случайно нажал? А, так это ж... А, так это Dragon Ball. Подожди, там, поэтому понятно. Он на него похож. Полное название. Правильно, кончай его. Dragon Ball Z? Нет. Кончай. Дополнение, я не знаю. Блять, там части у Dragon Ball, а где он? Супер. А, супер. Мог бы и знать. Действительно. Да, это король... Горный король там. Подгорный. Пригорный. Я ебал. Я все время говорил щелкунчик, а потом заставили говорить, что это там король в горе вот этот. Под горой. В холле горного короля. Team Fortress? Нет. Legend of Zelda? Кончаю. Кончай, кончай. Он сейчас не знает. Ну, там есть... Еще... Миллионы. Хотя нет, тут правильно. Чё, просто понятно. Ну, правильно, хотя. Просто здесь воспринимается. Еще на это... Пожелай мемеса для нас. Для меня. Ну, раз просишь, Игорь, то помянем деда. Да, он бустится. Раз, два, три. Танки, кисты. Чё за хуйня, там, блядь? Кисты, похуй сосы, там кисты. Важный вопрос, а то, что вот это играет на стриме, это не попытка избежания бана? Так, и Игорь, чтобы избежать бан, что нужно ответить? Чтобы избежать бан, нужно ответить. Осуждаю. Я не буду отвечать. Игорь, блядь. Игорь, ты что, не знаешь, что это? Можешь в Дискорде написать. В смысле, кто это наше слово скрибил? Блять, нет. Модесто? Нихуя. Кто, блять? Кто это? Ну, Модесто на фамилию ты сможешь еще. Не спрашивайся. Просто видел в нарезке. Все, что имел, тут же тратил. И за порог сделал шаг. Бля. Вдруг давал команду брать. Так это! Ария, беспечный ангел. Беспощадный. Игорь себя ищет? Да. Сеня. Чё, долго картинка появлялась. Сехнайт. Нет, видел, он недавно в пупку играл, пытался выиграть. Пытался долго. Вань. А, исполнителя? Ну это этот Black Siemens from One. Название и исполнителя оригинала. Black Siemens from One. Все правильно сказал. Кончаем. Кто это? Эвелон. Я кому-то тайком желаю за
Это разгонимся? Ну почти. А, это Киш? Да. Блять, как название вылетело? А, это мельница какая-то. Я же говорю, кукла колдуна, ты что не веришь? Так я... Надеюсь, не я. Ты! Какой? Так там просто. Номер просто угадай. Пятый элемент, да? Седьмой элемент, вид. Это не она, вид седьмой элемент, это... Сбили нормально. А как еще у него? Ну, что-то в тишине, в окно там что-то. В окно, осуждаю. Да. Опера, да. Жили симфония, почти одно и то же. Название песни помните? А. Дайте я отвечу. Это Джастин Бибер Бэйби. Ебать. Сразу видно фаната. Он друга играет. Ценителя. Друга на постели? Секретно. Рафаэл. Папич. Нельзя. Лежать, 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 писать. Или тут, 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 тут. Стример. А это Ванина любимая. Пиздец, какая же я бледина. Бля, забыл, какой зовут, я уже отвечал. Ебать. Со? Сараби. Сать. Ты хотел сосать сказать или ты бы сказал? Я поскорее подсказал. Так он знает. Не, я забыл, блядь, из головы летел. Кавказская пленница. А что такое? Зовут. Так там слэш. Или. Вообще и или. Я не помню, как просто. Я про актрису только факт знаю. Персонажи игры. Да. Сисюана, Warcraft. Конча, я знаю полный назад. Сисюана, фамилию назовешь? Ветрокрылая, ебать. О, о. Киберпанк. 2077. Главный герой Киберпанка? Нет, там можно выбирать будет пол. И что-то еще. Ну. Ви. Ви. Знаешь, как? Ви, ви, ну, ви, может ви, быть, ви, ви. Там, кстати, по-моему, реально это Ви, это есть главный герой. Это, ну, это... мультфильм, как она называлась? Это Белоснежка. Принцесса Фиона. Она потом нет, птицу еще взорвала. Нет, Белоснежка пела со зверьми. Белль, я же говорю. Там все пели со зверьми, понимаешь? Белль, это... Белеснежка. Дисней. Blood Rain? Кто-то высрет? Нет, не она. У него короткие волосы, бля. Ну так это другой вариант, свое видение. Хорошо. Да. Лоли мы не играем в такое, поэтому как бы... Никто не спалился. Опа. Так это у меня такая же на аватарке, не? Нет, глаз закрыт. Твои глаза... Это? Так, ютуберы. О, ну... Славный душевый ванник. Ты что, хлеб подбираешь? Вкусно. Да, кушаю, спасибо. Кушай много, кушай вкусно. Амиран. А, фамилия. Фамилия. Не помню. Тут либо название канала, либо имя фамилии. Саидов. Сардельк. Саакашвили. Саидов. Ну, можешь и гневе этот канал назвать? А, думаю, за второе слово... Того самого. Плохое слово. Веселись. Утопия шоу. Не, я мог бы назвать еще каменные лица, кстати. Он же тоже там участвовал. Назовешь, походу. Классика. Просто секретом. Игорь называет. Он, говорит, может назвать. Чё? Доброе утро, моя девочка. Вставай, моя мартышечка. Вставай, моя мартышечка. Доброе утро, девочки. Доброе утро, масечка. Доброе утро, моя любимая. Доброе утро. Ой, ты моя красотка. Доброе утро, девочки. Ну что, девочки?
Бля, не ебу, видео, блядь, из Инсты Хиртлс. Один в один. Ну, тут есть название какое-то, из двух слов. А нам матч. Инста Хиртлс. Да не ебу я, чё это. А, мама. Ну, ладно. Чья она мама? Это Джофф, по-моему. Это Джофф. Он танкист, что ли? Да. А у тебя же пап... Вот, не важно. Счастливо. Тимур Сидельников. Кто? Ну, Тимур Сидельников. Имя, фамилия. Кто такой, чем знаменит? Хуй знает, я просто иногда вижу в этот... Да, да. Тренд, да, конечно. YouTube, поэтому похуй. Тренд. Небось, подписки там каждое видео не пропускает пересмотреть. Да. Еще всем в личку ВК рассылает. Да. Ниндзя. Ниндзя. Только свистник. Тебе как убрать мультики? Чё, руки чё? Убрать? Чё? Мультики убрать, блядь. Убрал, только свистник. По-моему, там мультики были. МТВ? Ну вот это мне не нравится. Это мне не нравится. Хотя они обе такие. А тут это ва-банк или пуси? Правильно? Да. Смеется это бабуля, блядь. Какая бабуля? Вот это бабуля. Какая, блядь, это? Ты видео не видел, что ли? Я хуй его знаю. Твои глаза водится. Сначала чуть не ошибся, а потом вспомнил правильный ответ. Ганис, дай правильный ответ. Пойду пока хавку достану какую-нибудь. К сожалению, ответ неправильный. Не знаю, я бы согласился с этим ответом. По-моему, вариант плохой был. Почему под подъездом? Ну... Но Игорь, я думаю, правильно ответил. Я тоже так думал. Сам вспомнил. Так-то я тебе в соло ту игру выиграл. Пока там что-то бегал, стрелы свои кидал. Так, это не... Пожите, а какой же правильный ответ? А в конце, наверное, покажешь. Там писюн торчит у чела. Так. Какой писюн торчит? Закрывай экран. Понял. У меня нет видео даже, блядь. Короче, там чел читал рэп, прошла бабушка. И говорит, что я поглядел, а хуёк кто у него торчит. Понял. Как торчит? Понял. Торчит хуёк, сейчас дойду. Торчит? Да, сейчас приду.